Всем привет, ребят! Вы на канале Пашок Плей 2000. Сегодня мы сделаем обзор на 4 игры про шлепу. В следующем видео я сделаю продолжение и засниму какие-нибудь еще другие игры. А пока мы сыграем в эти. Так, первая игра — это Flopper Jump. Это типа... Это, короче, типа пародия игры Doodle Jump. Ну, я в нее играл, мне показалось, что это пародия Doodle Jump. Мне так кажется. Вот здесь, типа, есть карты еще. Вот обычная карта, классическая. Вот еще какая-то фиолетовая. Вот столько вот карт. Давайте в классическую сыграем. Ну, здесь как в Doodle Jump, просто вот так вот экран наклоняешь в левую правую сторону, и все. И собираешь пельмени, и по платформам прыгаешь. Самое главное — не упасть. Вот так вот. Все, надо играть вот так вот, все. Ну, игра прикольная, как бы. Играть возможно. Правда, вот когда играешь, у меня это... телефон затухает. Вот так-то игра годная. Все, проиграли. Сколько заработали пельменей? Все, на счету у нас 71 пельмень. Давайте вот клоуном сыграем. А, тут надо за пельмени покупать. За монеты. Ладно, давайте перейдем к следующей игре. Следующая игра — это мой говорящий шлепа. Я уже тут играл. Вот. Она мне вот прям понравилась. Прикольная, кстати, тоже игра. Не знаю, кто создатель, но когда вот я вот нажимал на вопросительный знак, вот кнопочка, короче, снизу с правой стороны, то, короче, он говорил «не», «да» и типа «взгляд скалы», короче. И очень был похож голос, короче, с канала Блоб Топ. Может быть, разработчики — это Блоб Топ этой игры. Вот он в туалете. Все. Давайте мы его покормим. Ну да, конечно, реклама. Как же без нее, нашей любимой рекламы. Вот, его можно кормить. Бананчик давайте ему дадим. А, все, только молоко осталось. Ну, давайте, когда это, купим что-то. Ну, о, пельмешки. Или что это, чебуреки? Давайте шоколадку ему купим. Банан, молоко. Два молока. И бред. На, хавай. А, все, он наелся. А что это значит, пельмени не будешь, что ли? А хоть шоколадку съешь. Ладно. Вот прям это, мне кажется, что очень голос похож с канала Боб Топ. Тут еще есть микрофон.
Не, я не могу микрофон включить, потому что при записи сам микрофон выключится у меня. Дальше я не смогу, короче, дальше вы меня не сможете слышать. Так, вот еще есть две игры. Шлёпа стал чайкой. Ну, каракалы, короче, такие звуки издают. Я так, по приколу это говорю. Короче, я не понял, как в эту игру играть. Давайте шлёп погладим. Еще его вот так вот. Если кликать на него, то можно его бить. Вот так вот надо его наглаживать. И долго ждать, когда у него настроение будет на 100%. Все. Давайте Флэппи Флопа. Это как Флэппи Бёрд игра. Если честно, такие игры вообще не могу играть, если только одну пройти смогу. Или две. Больше никак. Ну, все. Как бы. Все, спи. Ладно, давайте тогда перейдем к следующей игре. И следующая игра называется Флоппи Флопа. Не знаю, почему я ее скачал. Я вам уже говорил в прошлой игре, что я не могу в такие игры играть. Потому что она такая сложноватая. Ну, мне просто стало интересно и решил ее на обзор добавить. Давайте посмотрим, что у нас есть в магазине в шопе. О, обычная, кстати. Флэппи курица. Флэппи курица. Вот еще вот такой вот скин на шлепу есть. Этот, который в кресле сидит. Его вырезали, типа. Ой, есть обычный каракал. Ну, каракал, короче, всякие. Ну, а мы играем вот этим вот обычным пока. Игру я еще не играл, но я скачала, так что я. А, ну игра как бы облегчена, как бы, игра. Так. Давайте я убавлю, чтобы меня было слышно точно. Хорошо. Короче, тут скорость меньше, из-за этого играть легче. Снова врезались. Так, давайте посмотрим. У нас монет 4. 4 монеты у нас. Окей. Еще кнопка подарок. Сеттинг. Реклама наша любимая. Окей. Давайте подождем. Так, давайте русский язык сделаем. Достижения какие у нас? Богаче, собрать 20 монет, награды 5 монет. Угу. Пельмени. Короче, вот коин переводится как пельмени чисто. Очень странный перевод, конечно, этой игры. Давайте еще раз сыграем. О, смотрите, кажется, рекорд уже побил. Блин, реально. Вы заработали один пельмень.
А, 8 уже у нас. Ну да. Мы, наверное, и на утку, наверное, таким образом будем долго копить. Ладно, давайте тогда перейдем к следующей игре. Последняя игра на этом видео называется «Просто шлёпа». «Просто шлёпа» она называется. Вот. Давайте, случайная игра в этом режиме. Что это? Ай, меня снайпнули в полете! Я ничего не понял. Что это? Я ничего не понимаю, что происходит в этой игре. Ладно, давай побыстрее, смотри, попкэт, клипер, попкэт. Ну да, игра, которую мы заслужили. Все, 30. Разговаривать. Я вообще ничего не понимаю, что происходит в этой игре. Пельмени. Что пельмени? Пельмени. Ну нафиг. Давайте, кто быстрее? Павло. Это мои. Это мои пельмени. А Боба. А Боба. А Боба. Он мне говно подсунул. Павло. Павло. А Боба. А Боба. Павло. А Боба. А Боба. А Боба. А Боба. А Боба. Ахахаха, бот. Ты простри, бот. А, трэш какой-то. Давайте самолет. Стандартный режим, бесконечный режим. Давайте стандартный. Блядина со свининой. Ай, меня снайпнули в поле. Еще раз попробуем. Ты что ему это, типа, в пельмени не надо попадать? Многие забыли, как это может быть вкусно. Пельмени в Омске. Хорошие пельмени. Это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Ай, меня снайпнули в полете! Ну да. Кликер. Абоба. Амогус. Павло. Какой интерактивный кликер. Повезло, повезло. Абоб. Павло. Абоб. Шизофрения. Павло. Шизофрения. Шизофрения. Давайте в гольф сыграем. Чё это, как играть? Новая игра. И чё тут делать надо? А-а-а, понятно. Ура, я попал. Не гольф какой-то, а пинг-понг. Ладно.
Ладно, давайте к следующему перейдем. А, все что ли? Прочее, что? Промокод. А, тут уже ничего интересного. Ну, на этом видео... Это видео, наверное, уже заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам это надо. Так, музыка, приглушись. Ну, а с вами был я, PoshokPlay2000. Вы были на канале PoshokPlay2000. Всем пока, ждите продолжения. Я точно, наверное, запишу его. Все, всем удачи, всем пока.